Давайте так, если церковь и государство не вместе, то если государство не делает, пусть хотя бы храм делает, пусть хотя бы те, кому не безразлична судьба наших детей, это, кстати, на первом месте должно стоять в их законах и постулатах, зачем они существуют. Мне кажется, они на своем месте делают свою работу замечательно, по крайней мере, не пропускают чертей в нашу жизнь.